У тружеников лесобиржи Челна отличное рабочее настроение. Успешно выполнены обязательства минувшего года, страна получила дополнительно 1000 кубометров деловой древесины. Узел по переработке шпальника появился на бирже в конце прошлого года, но уже приноровился к напряженной ударной работе. Поддерживая почин бригад Валомской лесобиржи 100 дней 100 трудовых подарков ко дню рождения Ленина, лесозаготовители Челны обязались в течение вахты выполнять план разделки древесины на 120% ежедневно.